Сегодня я предлагаю вам сделать бабочку из бумаги. Для этого нам понадобится квадратный лист бумаги любого цвета, любого размера. Главное, чтобы у него были все стороны равны. Мы должны с вами сложить этот квадрат в треугольник. Согнули. Получился треугольник. Теперь нам нужно сложить в другую сторону треугольник. Вот таким образом. У нас с вами получились вот такие 4 треугольника. Теперь переворачиваем лист бумаги и складываем с вами прямоугольник в одну сторону, и то же самое мы с вами должны сделать в другую сторону. Вот у нас с вами получились вот такие треугольнички. Мы с вами должны теперь из этого листа бумаги делать маленький треугольник. Складываем по нашим линиям одну сторону треугольника и с другой стороны. Теперь мы будем делать наши бабочки крылышки. Сгибаем один листик бумаги и с другой стороны на центр. Вот у нас с вами получились вот такие крылышки. Переворачиваем и сгибаем пополам. Сгибаем так, чтобы у нас с вами остался небольшой треугольничек. Не до конца сгибаем пополам. Переворачиваем. Вот здесь аккуратненько прижимаем. Получилась вот такая у нас фигура. Переворачиваем. У нас с вами остался вот такой треугольничек. Нам его нужно согнуть, тем самым закрепить, чтобы он у нас, не раскрывался. Теперь сгибаем пополам и придавливаем вот так серединку, раскрываем, и у нас с вами получается вот такая бабочка. Бабочки можно сделать из разных цветов и украсить ими картинку, открытку. Можно даже украсить ими стенку. Спасибо за внимание.